МЧС и полиция курортного района устроили образцово-показательный рейд. В буквальном смысле в последний раз выйти на лед спешат сотни рыбаков. Несмотря на официальный запрет и реальную опасность для жизни. Экстремалы проходят по тонкой льдине около километра, корюшку ловят у самой кромки. Отыскать нарушителей на таком расстоянии спасателям помогает беспилотник. Дальность полета 50 километров. Утром было 25 человек на льду. Это последний кусок льда под Сырецком, который остался для того, чтобы можно было каким-то образом выйти на лед. Но когда они увидели, что такие силы тут собираются, группа рыбаков покинула лед, что, в принципе, мы и достигали. В любой момент льдина может проломиться. Рыбаки об этом, конечно, знают, но рискуют сознательно. Пока нарушители сматывают удочки, спасатели в водонепроницаемых костюмах измеряют толщину льда. Всего 17 сантиметров. Рыбаков доставили в отделение полиции и выписали штраф – 2000 рублей. Однако даже такое наказание так не огорчает, как неудавшаяся последняя рыбалка.